Ну, очень условно, побед до красного. Один удар в предплечье, удар вооруженным кисти, завершающий, хоть не вскользь, ну ладно, я его сейчас пока что засчитаю, короче, попадаю. Давайте еще раз. Подождите, лапу сдвинусь и появляю. Да, замешаю. Вот, используйте щиты, не толкать, можно открывать, на них можно принимать удар. Да, не забывайте, у вас такое ощущение, что у вас не привлекает. Щит, он у вас где-то вот здесь. Его даже, в момент удара можно ставить перед собой. Да вот вы бьете, а щит он перед вами. Бойцы готовы? Бой! Бейте с замахом, ребят. Вот так, да. Можно замахиваться, можно ручкой. Через щит, не за щит. Так, аккуратно, телефон и защиту. Давай я ближе ко мне, мы были. Подошли. Все, бой. Ага, было. Два попадания, один на день. Стоит 4 боковых сумгадии, стоит судья за висталищем, смотрит в сигналах боковых судей, где двое судей, диагональ считает по одному человеку, вторая диагональ считает по другому. То есть, если как восточная сабля и щит, увидели они между собой, значит, да переглядываются, и если согласны, руки подняли, судья... Время боя, сколько идет? Время боя у детей, например? Полторы минуты. У детей полторы минуты. Полторы минуты. И вот, то есть, бой без остановки. Нет, нет, у детей, как правило, у маленьких, у них просто до 10 попаданий. Ага. Еще, то есть, да, то есть, нет, как только 10... Это явное преимущество. То есть, если ты... Просто 10 раз попал. Нет, 10-9 может быть, нам не обязательно явно. Если ты 10 раз попал, то есть по оппоненту. Ага. Кто первый набрал? Быстрее, чем он, кто первый где наколоть. То есть обычно вот так. Нет, ну например, он может 10-9. Да, а там потом таблица. Преимущество 10-10 баллов имеет. Нет, нет, то есть вот, допустим, мы с ней сражаемся, я по ней попал. 10 раз, она по мне 6. Как только я на 10 раз попадаю, судьи поднимают руку, стоп-бой, да. Стоп-бой и выигрывает только 10. Да, да. А есть какой-то удар? Удар в голову, да? По восточному я забрал щит. Если ты колешь в голову, колешь в корпус или в шею, все, то сразу понесло. Вот так. То есть, ну, поэтому лотерея такая. То есть вы можете проигрывать, но он два раза попал, вы ему тюкнули, значит, и все. Или вы, да, Ваня, сюда быстрее. Бойцы готовы? Палки сейчас.
Огонь! Молодцы, отдохните, пока у них меч легче будет. Да. Это молодцы.
рукавицу. До 3 попаданий, если уткнул в лицо или в корпус, или в шею, сразу побеждает. Да. У вас, скорее всего, будет щит-меч на очки, и будет восточная сабля и щит по таким по правилам, потому что они хотят аккредитоваться как вид спорта именно через восточную саблю и щит. То есть через вот эту номинацию делит по судьи. Не всегда это положение, значит, Да, разумею. Просто такой душа, можно посильнее, конечно. Да. Вот все. Значит, рубящие удары до 3, один боющий, четкий. Победа сразу. Бойцы готовы? Угу. Приветствие. Бой.
крови, потеря оружия, там, когда там долго душ прошли баллы. Эту вещь берем, продолжаем бой. Спасибо.
улучшить экономическое, потому что были случаи, когда вот они пробивали, да. Трескались, да. То есть они редко, но бывают. И поэтому лучше шлем для РПС экономической истории. Ну вот мы сейчас это. Да, перещи. Шлема похожа на эти, на тем кто-то кентошными, да. Не-не-не, на ковров. Какая нога ведущая, по какой чаще будет бить, ту и прячь. А он левша, скажи. Ну, молочинка. Нельзя кого-то рубить. Все, сейчас только рубка. Нельзя рубить по затылку, нельзя рубить по шее, нельзя рубить в пах и по стопам. Полторы минуты рубим, смотри. Щитом толкать можно, накладывать, да. Раскрывать. Просто. То есть, блядь, ни в коем случае ребром щита бить нельзя. Да, но не бить. Это только в СПХ. Толкнуть можно, бить нельзя. Там щит маленький. Так. А же очки считаем, да? Да. Так, ты сколько считаешь вы? По Симе, я считаю... Нет, давай ты считаешь по Никите. Сколько по нему попало? Ты считаешь, сколько раз попали по Никите. Я считаю, по Симе, да? Так, полторы минуты. Голова, корпус 2, конечности 1. Если попадают по руке, это тоже считается. По кисти тоже? Да. Так, я по Симе, ты по Никите. Все, бойцы готовы? Поприветствовали друг друга. Бой! Также на ногах остатки. В принципе, те же все, да? Просто покороче надо. Молодцы, хорошо. Не будем поработать серийно. Полминутки есть, работаем. Бой, готов прийти к попаданию.
вот так, хорошо, Ваня. Расстаться, вот так. Покажите. Число бой. По красному было 5. По синему сколько? 3. Со счетом 5-3 побеждает синий. На голове держи. Да и когда бьешь по ногам, все, вперед. Давайте еще раз. Бойцы. Так, ты по синему сейчас считаешь, я по красному. Бойцы готовы? Бой. Сто бой. 4. Со счетом 5-4 побеждает синий. Хорошо, давайте еще разок. Давай тебе до 10 сейчас попробуем очков. 5 вы очень быстро подбиваете, молодцы. Десятка соревновательная лучше, да. Десятка соревновательная. Так, я по красному, ты по синему. Бойцы готовы? Приветствуем. Бой. Бой. По красному было 10, по синему сколько? Со счетом 10-5 побеждает только синий боец. Можно бить по несколько ударов за эту серию. То есть у тебя получается, ты или сверху зашел ему сунул, или снизу зашел ему сунул. А можно вверх, вниз, вниз, вверх, вверх слева, вверх справа, вверх слева, вверх справа, вниз ударил. Так, я по красному считаю, ты по синему. Вот 10 попаданий. Точно так же. Бойцы готовы? Приветствие. Бой. Егор, жилет. Щит держи после головы. Да-да-да. Стопы, пах. Угу. В общем-то,
все другое. То есть целенаправленно ее ударили, если судьи сочтут, что целенаправленно был удар, то... Поворот с спиной, разворот спиной там висит. Если рефери сразу снаружи, то типа... Это ворот за спиной до неба, но по идее он же и по спине получить может. Другое дело, что если это периодически происходит, то да, там могут быть технические. Да, техническая победа просто за его с полным счетом выиграл. Мне надо еще раз расслежить, чтобы это правило. Есть рефер и есть. Есть еще, например, кто-то уходит, ну, активность не проявляет, как-то уходит, старается, то есть пассивно вести бой тоже на карте. Да. А если оба соперника, оба получают четвертый момент? Да. Ну, надо расслужить, там, нюансы. Ну, ты все читаешь, еще созвонишься со своими, и узнаешь, в каких рамках будет раздела. Что там вообще будет? Да, и в каких рамках раздела, чтобы нам заявку, видишь, нам на сегодня последний день подача заявки. Сегодня? 15. Ну, предварительно заявку. Ну, ладно. Просто в воскресенье, не знаю, поймаете, когда выдавлю. Я напишу, позвоню, конечно. Я и больше писать. А, ну, да. Все хорошо. Потом, как, если я не указываю, что это 15 лет, не должен быть последний. Ну, само собой. Да. Дальше еще вопрос. Там, получается, заявку мы подаем от вашей федерации, или тут как, вот тоже нюанс. И ты со своими переговорили? Да, вот это нужно тут, я не знаю. И пойду. Сегодня мне по своим детям будет, кто еще стоит, поедет с нами сейчас. Я поеду старше. Так это как? То есть тут уже финансовый вопрос встает же. Родители еще, всех вещей. А? Родители, даешь телефон родителям, я и сам все финансы сформирую. Ты просто им пользу должен сказать, что... Ну да. Это российские соревнования, есть возможность. Ребенку как бы, это же мотивация, ничего, не будет. Сахарчу, конечно, да. Дальше потом. Так, ну я просто сразу такие, сколько раундов вообще? Один или два? Ну, как правило, один слот. Один раунд. Один слот, да. Один слот, все. Как же ребенка проходит? Так же, как единоборство? Там у них круговая. Это блицы, значит. То есть есть сетка. Сетка, да. Это блицы случайным образом, как правило, распределяются. Например, 8-9 лет по росту. То есть бывает по возрасту, бывает смотрят, а по комплекции. То есть эти вещи плюс-минус, они там регулируются. Ну, то есть они есть, то есть когда-то они применяются, а когда-то нет. Если они по возрасту все примерно одинаковые, то у них всех в одну категорию. Да, конечно. Ну, в принципе, все, продолжаем бой. Еще один раунд надеюсь, потом ты с Егором будешь. Нет, ты с Егором начинаешь, потом с тобой. Все, мы с тобой еще раунд. Так. Поработаем. Давайте ты помогаешь, да? Да, ты попросил. Да. Что, начинаем? Давайте. Ты считаешь по нему, я считаю по нему. Бойцы готовы? Приветствие. Бой. Thank you.
картину. Ваня пал, смейся, он устал. Ты должен темпом, темпом, Ваня, брать, темпом, темпом, постоянно ты темпом греешь. Отойди от камеры, отойди, от камеры отойди. Сразу, Егор, ты на ногах растаскивай, растаскивай. Давай, 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 давай. Вань, темп, где? Больше темпа. Егор, терпи, 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 терпи. Терпи, терпи. Егор, потерпи, еще, концовочку. Концовочку, давай, выживай. Что ты с бой сливаешь? Не сливай бой. Не сливай бой, Егор, проигрывай достойно. Надо до конца бороться. Ноги, ноги, Егор. Ноги перебирай. Ноги перебирай. 5 секунд. Давай, давай, концовку вырывай. И нога, Егор, нога. Нижний удар. С тобой. 5. Дополнительное время. Бойницы готовы. Все, Егор. 15 секунд. 15 секунд. Бой. Сразу, сразу. Еще, еще. Еще, отбирай. Забрал. За ноги бери, Егор, ноги. И здесь голову перевод сразу. Надо сериями работать. Сериями, Егор, сериями. С тобой. 1-1. Вот тут 0-0, да, да, по нему не было. И получали, как говорится, 7-5, как побеждает боец. Все, молодцы, пожали руки. Молодцы, молодцы, ребят, да. Это же игра, это же вы, ребят, просто тренируетесь. Молодец, Ваня. Егор тоже молодец. Выдержал без отдыха. Так, ну, давай здесь трубу наехать. Ты нам можешь поставить? Ставить? Ну, вообще я использую в занятиях. У меня во вторник ближайшие занятия. Но я вот думаю, я сейчас может попробую с строителями поговорить, может быть. Да вот, готовить, да? Так, чтобы совместить, попробовать, позвать наших ребят, если к вам вечером. Да, да. Это возможно будет сделать? Да, хорошо. Так, ну тут я не знаю, подавайте, я просто за тобой не услышу, давайте вам. 2 минуты защиты. Ванька, Ванька, Ванька. А он сможет раз замечать, где по голове, где два там по корпусу. Он не сможет посчитать, я просто посмотрю. Давай, Ванька. Они же форсируют. А, ну все тогда просто нет. Не знаю. Ванька, смотри, твоя задача считать, сколько Максим какой сложит. Как что? Получится Максим. Максим Сергеевич, сколько раз попал по Никите. А я считаю, сколько Никита попал по Максиму Сергеевичу. Закат, а, да, да. Так, сейчас, бойцы, как... Нет, 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 ты просто считаешь, попал он по голове или по корпусу, это 2 очка. Попал по ногам, по рукам, это 1 очко. Бойцы готовы? Приветствие. Бой.
Нет, тебе нужно сказать, полегите, но там явное преимущество, там ударов, идеи хороших по голове было. Ну давайте сделаем 16-8 пробежать. Не, давай разный бой, 15 секунд давай. Ну, подавайте. Ну тут, ну, давайте еще 15 секунд поподерете, посчитаем. Заново считаешь, по Никите сколько раз попали. По голове 2, по корпусу 2, по ногам, рукам 1. Бойцы готовы? Бой! Все, давайте сейчас я сделаю это. Сейчас я пройду и на мой телефон еще на фоне туда, на фоне Рим, на фоне этого.